ребята, всем крепкого здравия. В общем, затянулась у нас пора первого льда. Сначала он появился, потом растаял. Сегодня вот 8 ноября, да, и за бортом у нас минус 20 градусов. Если кто не верит, можете посмотреть. Да, вот сейчас покажу вам. Вот. Минус 20 градусов. В общем, первый лед мы уже открыли. Съездили на один небольшой прудик. Не без приключений, конечно, но тем не менее. Потом лед растаял. И сейчас мы едем на речку. Такую достаточно красивую, маленькую. И будем пробовать там что-то ловить. Видишь, след идет? Да я вижу, что идет след. Все. Просто чтобы... Значит, нам туда дорога. Как в той песне поется. Просто чтобы не ты сам. Вот, белки бегают. О, тут что-то начинается. Вот тут уже начинается. Не морозь. Короче, приехали вот сейчас в одно место, но... Ну и да, нет. Ну тут как бы да. Лед вот там вот вроде показывает, а вот там вот дальше промоенный. И непонятно, какой толщины тут лед. И речка прям совсем очень узкая. Сейчас попробуем проехать чуть ниже по течению, где река чуть-чуть разливается. Вот, и там, скорее всего, начнем рыбалку. Пожалуйста, пристегните, ребята. Пожалуйста, пристегните, ребята. Ну, пожалуйста. В общем, ребят, мы приехали на стояночку с автомобилями. Вот тут уже люди рыбачат, а все, а мы опоздавшие. Потому что мы первый раз. Мы первый раз, да. Вот, поэтому сейчас будем разгружать все и потихонечку пойдем до реки. Так, все, парни, мы выдвигаемся на речку. Не знаю, что вас там сейчас будет ждать, но я надеюсь, что картина будет хорошая. Дошли мы до места, где было большое скопление рыбаков. Все те, кто сюда приехал, сидели буквально на одном маленьком пятачке. Ну, у нас, соответственно, такие условия базарные рыбалки не устроили. Поэтому мы сейчас идем снова до машины. И, скорее всего, переедем вниз по течению, туда, где река чуть-чуть более-менее разливается. И уже там начнем свой рыбацкий день. В общем, мы уехали примерно за 70 километров от того места. Сейчас будем сверлиться и искать рыбу. Вот отец уже первую рыбку поймал, пока я тут выстраивался. Вот. О, ёрш. Нормальный, пузатый. Опс. Пойдет. Ну вот, нашел своих первых полосатых. Один, вот там он второй. Ну, сейчас попробую поймать. О. Ага, нашел наконец-то. А? Да, парочка штук стоит. Вот одного поймал, сейчас может второй клюнет. В общем, идем дальше, ищем рыбу. Вот в этой луночке еще одного полосатого увидел. Ну какой. Ух. Стоит, смотрит. Ирокез расправил. Сейчас мы тебе туда мормышку опустим. Папа что-то поймал, интересно. Зовет. Сейчас подойдем, посмотрим. Сорожка на блесну? Да. Угу. Кунек плавал тут. Ого. Хороший. Глубокой. Конек клюнул. Угу. Живец. О. Дико прям по крупнее. Ловил я сейчас, значит, на гвоздик с латунным шариком, оливковый, такой достаточно большой, вот такой вот. И хочу сейчас я его поменять на гвоздик с латунным шариком, только поменьше. Сейчас покажу на какой. Тоже оливковый, но поменьше, и шарик там интересный. Вот такой вот. Вот на него, наверное, будет вообще прям сразу клевать. О, как сопротивляется, хорошо бьется. Мелочь. Ух. Дожала. мелкая, но сегодня я рад и такой. Килька. Получше. Получше. Ну-ка. Пойдет. Быка хорошая. Он бегает туда-сюда. Крошка. Вот это хорошая. Другая. Взяла аккуратненько. Какая? Вечером самые крупные начали клевать. Хорошая. Рука хорошая. Сопротивляется. Рука. Хорошая. Сорожина. Вот. На оливковый гвоздешарик. Прям класс. Ну. Ну. Это прям бьется так хорошо. Ого. О, класс. Под вечер вышла плотва. Вот такой вот скромный у меня сегодня улов. Значит, рыбачил я сегодня на маленький такой оливковый гвоздик с латунным шариком. И кивочек у меня был металлический, такой достаточно мягкий. Улов скромный, и тем не менее поклевки некоторые были достаточно бойкими. Смотрите, ребят, какой закат яркий. Сейчас подойдем к папе, спросим, что он поймал. Ну что, пап? Да ничего. Мелкие окуни, вот такие. Понятно. Все, больше ничего нет. Так, ты ловишь. Клюнул покрупнее око. Пока тащил, зацепился за корягу. Думаю, ну все, ушел. Давай, доставай цепь. А цепь достал. Цеплял. Отцепил, вытаскиваю вместе с окунем. Ну тоже такой. Ну понятно. Объездили мы сегодня достаточно большое количество разных мест. Вот. Но, к сожалению, сегодня как-то удача обошла, наверное, нас стороной. Да, к сожалению. К сожалению, да. Вроде как бы и забрались далеко от дома, вроде как бы и места перспективные, но рыбка крупная сегодня бастует. Вот. Одна мелочь. Одна мелочь, да. Но, тем не менее, посетили мы реку. Большие реки сейчас еще пока, к сожалению, нельзя посещать, потому что лед достаточно тонкий и опасный. Вот. Но я думаю, что в следующий раз можно будет уже ехать и открывать более-менее большое водохранилище. Ну да. Там уже лед, скорее всего, более-менее нормально встанет. Надеюсь, что у вас более удачно получилось открыть первый лед, но у нас получилось открыть его так, как получилось. И тем не менее, посмотрите, какая красота. Красота. Какие краски природы, свежий воздух и минус 20. И сегодня 8 ноября. Да. В общем, ладно, друзья, давайте всем здоровья и благополучия. И увидимся с вами в следующих видео. Пока.